В день празднования Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Ульяновске свои двери для прихожан вновь открыл Спасский женский монастырь. В это утро в монастыре не было свободного места. Десятки жителей пришли принять участие в богослужении и возведении в сан настоятельницы Спасского женского монастыря игумени Сергии. Монастыри сейчас, в настоящее время, являются единственными хранителями тех традиций, которыми жили предшествующие нам поколения. Дай Бог, чтобы традиции, которые присутствовали в Спасском женском монастыре до революционный период, возродились и в нашей жизни, чтобы верующие люди с любовью сюда приходили. Монастырь был закрыт еще в 1920-м, а восстанавливать его стали только в прошлом году. Так были вновь возрождены монашеские кельи, домовой, иверский храм и колокольня. Решение об открытии монастыря фактически означает возрождение монашеской обители в городе Ульяновске. Мы начинали с одного корпуса, который нам отдали изначально, ну а потом, по милости Божьей, вот нам вернули и сестринский корпус, и просфорню, и постоялый двор нам вернули. Конечно, очень было проделано много работы, особенно благодаря нашим благотворителям. Ну, естественно, с поддержкой митрополита. Службы в монастыре проводят давно, но официальное открытие прошло именно 26 октября. Но главное событие для служителей монастыря пройдет 4 ноября. Будет проведен молебен и закладка надвратного храма с колокольней в честь всех расстрелянных сестер, которые страдали во время гонения. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.